В рамках Всероссийского фестиваля науки в Кочего имени Умара Алиева прошла выставка «Горы. Герои. Символы» с представителями Института культуры и искусств. Корчабиджиев подробнее. «Горы. Герои. Символы» – выставка, которая проводится в рамках проекта «Кавказ как Теменос» или «Святое место России» при участии Министерства культуры Российской Федерации, а также Академии художеств и Творческого союза художников. На выставке представлены работы из разных регионов – Ставрополя, Карачаева, Черкесии, Чечни, Ингушетии, Краснодарского края. Участвовало несколько десятков художников со всей страны. Авторы представляют искусство Северного Кавказа как нечто внеземное, что невозможно описать словами, но можно перевести красками на холст. Впечатление на меня произвели горы, природа Кавказа. И Клухурское ущелье, оно одно из наиболее красивых, наиболее живописных на Западном Кавказе, может быть, даже во всем Кавказе. Сама выставка проходит необычно. Она расположилась в стенах Карачаево-Черкесского госуниверситета. Здесь есть факультет изобразительного искусства. И для студентов это интересная школа, из которой они могут подчеркнуть достаточно много для своего обучения. Мне понравилась данная выставка. Узнала много всего нового, увидела много потрясающих картин. И в целом неплохо. Как отмечает вице-президент Творческого союза России Александр Рубец, эта выставка показывает всю красоту души человека и традиции, которые передаются из одного поколения художников в другое, и тем самым становится богаче культура. В эти работы вложено много труда, души. Они отражают быт и незабываемую природу нашей замечательной Родины. В этой выставке принимают многие художники Карачаево-Черкесии, в том числе и преподаватели, и сотрудники Института искусств Карачаевского. Выставка получилась очень насыщенной, разнообразной. Тема выставки – горы, герои, символы. И, конечно, в основном здесь произведения, которые отражают это направление, эту тематику. Работы выполнены в разных манерах, разных таких направлениях. Я очень надеюсь, что в будущем мы сможем продолжить наше сотрудничество и сможем порадовать всех своими новыми проектами. 24 сентября пройдет мастер-класс с участием школьников и студентов. А 20 сентября на базе Института культуры и искусств состоится круглый стол «Символы в работах художников Юга России». 30-го проведут итоги работы КЧГУ в проекте Всероссийского фестиваля науки и искусства. Карчабиджиев, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск.